Некоторые омские хоккеисты, свободные от тренировок время, не отдыхают, как все нормальные люди, а неустанно тюнингуют свои крутые тачки. Они маневрируют по улицам города не хуже, чем по льду во время матча. И хотя до Хэллоуина еще дней 10, ведущая рубрики «Неформат» уже получила свою порцию смеха, страха и адреналина вместе с мирными жителями города Омск. Вот, парни, два хоккеиста омского «Авангарда» сейчас научат меня чинить автомобиль. Привет, ребят! Привет! Что, это у нас перчаточки? Да, чтобы не замывать руки. На кой ходили, да? Нет, надо. Давай. Машины, кстати, у ребят, кроме цвета, абсолютно одинаковые. Под капот они заглядывали не раз, но мой следующий вопрос поставил их в тупик. А где карбюратор? Мальчики попросили меня долить масло в машину. Так, сейчас нам нужно, значит, все это закрыть. Ты должна его, вот там его, вот там его, вот так. На улицах Омска хоккеисту, что бы он ни делал, трудно долгое время оставаться неузнанным. И то, что в этот раз наш съемочный процесс стали прерывать болельщики, неудивительно. Удивило другое. Почему вы только у одного хоккеиста автограф берете? Ну, это за гостем, разбежись-то. Эта ситуация бесследно для Сережи не прошла. И он решил поквитаться с Никитой, но уже не на поприще болельщического обожания. Кто первый открутит колесо от собственной машины? Раз, два, три. Никита использовал автоматику, Сережа работал вручную. И проиграл. Но не поэтому. Просто у него были помощники в этих делах, не сильно искушенные. Не, просто смотри. Вот это просто крутишься, смотри. А-а-а. Когда колеса сняли, ребята нашли себе новую забаву. На тот момент я еще не знала, что это далеко не все, на что они способны. Авария. Чтобы избежать аварий на дорогах, нужно следить за колесами. Ну, говоря на моем языке, там дыры в шинах залатать, на прочность их проверить. Первым принялся свою машину подлечивать Никита. Перебатовывать колеса, да? Давайте перебатовывать. Настала очередь Сергея свое колесо ремонтировать. И было ему не намного легче, чем Никите. Мне только сказать. Получится. Ну еще, Галя. Ну. Давай. Все, теперь резко. К чему все эти усилия, мучения, спросите вы? Вот и я тоже думала, что просто интересно ребятам шиномонтажной практикой овладеть. Но не тут-то было. Этим парням машина в лучшей своей форме нужна для кое-чего другого. Есть у Никиты Певцакина и Сережи Калинина странное хобби. Да, именно людей пугать. Но как пугать? Все включено. На тихих омских улицах с недавнего времени стало неспокойно. На них появились хулиганы. Неизвестные в масках на машине с номерами, принадлежащими игрокам омского «Авангарда», средь бела дня пугают мирных жителей. Смотрите, как они это делают. Разумеется, не узнал под маской своих хоккейных кумиров. А еще говорят, что знаменитости в небольшом городе и в шагу ступить нельзя. Юлия Алексеенко, Алексей Мжельский, все включено.